Василий Мазура навсегда останется в памяти своих близких и сослуживцев настоящим патриотом и защитником Родины. Ефрейтор, командир машины взвода радиационной, химической и биологической защиты, мужественно погиб в начале сентября, отдав свой долг Отечеству. К сожалению, гибнут ребята, и гибнут лучшие, потому что не привыкли прятаться за спины своих товарищей, а честно выполняли свой долг. Сослуживцы вспоминают, Василий всегда отличался отзывчивостью и трудолюбием. Он не боялся трудностей, проблемы решал осмысленно и последовательно. Классный руководитель Василия Мазуры Галина Утянкина пришла проводить в последний путь своего ученика. Галина Николаевна отмечает, что значительное влияние на характер Василия оказал его отец Андрей Васильевич Мазура. Он воспитывал своих детей настоящими мужчинами, учил работать руками и быть сопричастными к окружающему миру. Услышав, что Вася погиб, для меня, конечно, это был удар в том плане, что такие люди должны жить. Он никогда не приносил зла окружающим. Поэтому то, что он служил и защищал наше Отечество, для меня это неудивительно. Василию Мазуре было 25 лет. У него остались сын, родители и брат. Военнослужащего похоронили на кладбище Рубежное.